Знаете, один великий человек сказал, разбудите меня, Салтыков-Щедрин, по-моему, да? Разбудите меня через 100 лет, спросите, что в России. Я скажу, пьют и воруют. В свое время на Руси была такая поговорка, когда холоп приходил наниматься к барину. Барин, воровать буду немного. С этим элементом, конечно, бороться очень тяжело. Мы всегда думаем, что коррупция это где-то там. Но когда мы раздаем взятки сотрудникам ДПС, мы думаем, что это мелкая бытовая коррупция. Но тем не менее, мы искренне возмущаемся, когда у руководителей ГИБДД возникают трехэтажные хоромы. Давайте бороться с коррупцией все вместе. Они думают, что она где-то в стороне, где-то далеко от нас. И начнем все-таки с себя.